хотелось бы обратиться, наверное, к нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву с предложением создать новый пост в республике, который бы назывался омбудсмен по межнациональному согласию. Дело в том, что у нас есть омбудсмен по правам защиты детей, есть омбудсмен по правам защиты женщин, а по правам защиты иных национальностей, кроме казахской, да и казахской национальности защиты от там всевозможных шовинистов не существует. Не пора ли создать новый пост, который бы занимался этими вопросами? Я вчера опубликовал видео, в котором призвал присылать мне материалы, в которых люди разжигают межнациональную рознь. Так меня просто завалили этими материалами. Получается, что у нас правоохранительные органы не отрабатывают хорошо эти вопросы. Скорее всего, они не отрабатывают, потому что не умеют это делать. Нет определенных методичек. Они не знают, каким образом и какой путь для отработки таких вопросов. Я готов помочь в этом направлении. Я готов разработать методички определенные. Готов подключить лучших юристов, которые, можно сказать, собаку съели на этом вопросе. Все дело в политической воле нашего государства и вас, уважаемый президент. Всего можно добиться, если начать это делать. А если выступать на высоких трибунах и говорить, что у нас в Казахстане межнациональное согласие, а на самом деле люди просто захлебываются здесь, в этом, как его назвать, если не матерясь, я даже не знаю, в этом мраке и тьме национализма, то ничего не произойдет, мы будем только разрушать нашу страну. Не пора ли заняться этим вопросом? Не нравится вам моя кандидатура, найдите другую, но только такую, которая бы действительно работала и знала, как это все происходит. Надо начинать работать в этом направлении, иначе страну проспим. Дайте 2-3 года, и все полномочия, и в стране будет мир.